утренняя тревога бывает каждый день, независимо от того, это рабочий день, это выходной день. С чем это связано? Это такой уже натренированный условный рефлекс, когда человек открывает глаза, и у него уже с утра просто на автомате включается его утренняя тревога. Он действительно особо ничего не думает, то есть день на день не похож, возможно, он вообще перестал из-за тревожного расстройства работать. Это действительно условный рефлекс, и так бывает. Первое, что надо себе сказать, быстро не получится его стереть из памяти. Важно просто принять эту тревогу, согласиться, что она какое-то время с вами побудет, но при этом не отказываться от диеты. Вставайте, принимайте душ. Можно даже принять контраст. Обязательно сделайте зарядку, потому что тревога сопровождается гипертонусом и мобилизацией мышц. Поэтому ваши мышцы, если поработают, то через какое-то время механизмом обратной связи в головной мозг придет сигнал, что мышцы поработали, надо бы дать им отдохнуть. Если немножко расслабится ваше тело, то, соответственно, расслабится ваш и мозг, возбужденный и встревоженный.